Всем привет! Сегодня у меня очень вкусный салатик, который я очень часто делаю и поделюсь с вами. Гранат придает этому салату такой изысканный вкус, он всегда вкусный. Если вдруг граната нету, то можно заменить на красную свеклу. Ее тоже отварить на мелкие кусочки, и это тоже будет вкусно и полезно, что с гранатом, что со свеклой. Поэтому пробуйте. Овощи все вареные, на кубики порезанные и смешиваются все вместе.